Всем привет, меня зовут Маша Акаситера, и у нас новая часть игры Винкс, Школа Алфеи. Собственно, в этой части Блум и попадают в Школу Алфеи. Предыдущая часть у меня ссылка внизу в описании. Посмотрите, если хотите, перейдите. Называется она Винкс в погоне за Кика. Именно в той части Блум и погналась со своим любимым питомцем и повстречалась с феями, которые пригласили ее в школу Алфеи. А теперь продолжим. Блум говорит: «Ух ты!» Ей отвечает Стелла: «Впечатляет, да? Привыкнешь. Скоро будешь смотреть на эту школу, как на совсем обычную». Блум говорит: «Надеюсь, что нет». Стелла: «Ну, может, не как на обычную земную школу. Наверное, стоит поискать комнату, если не хочешь спать тут же на лестнице». И мы идем искать себе комнату, в которой мы будем жить в этой прекрасной школе магии. Вперед! Так, мы бежим, видим какую-то первую комнату, в которую нам не попасть. Значит, обходим. А, вот, мы отправляемся в школу. Так, мы в каком-то кабинете. И мы здесь можем сохраниться, чтобы потом начинать именно отсюда. Игра записана. Так. Здесь у нас стоит преподаватель, с которым можно поговорить. Это некая Жизельда. Проходим, немедленно, вам что, заняться нечем? Ну, видимо, она не очень довольна, что с ней разговаривают. Давайте поднимемся наверх и посмотрим, что у нас там. Так. Здесь у нас тоже комнаты. И в первое у нас занято некой Эммой, Милой, Любель и Шай. Так. Это у нас какая-то Селиз. «Привет, я Селиз», говорит она. «Привет, Селиз», говорит Блум. «Я Блум. Рада встрече, думаю, это твоя комната». А, вот мы и нашли свою комнату. Думаю, мне нужно найти свою комнату. Ой, нет, это было наша. А вот и мы нашли нашу комнату. «Привет, меня зовут Блум, это Стелла. Блум, если верить расписанию, мы будем вместе жить в этой комнате. Я Флора. Кажется, комната такая же, как и в прошлом году. Интересно, кто в третьей комнате?» «Мы. Я Муза. А я Текна. Вот мы и нашли всех своих будущих друзей. Приятно познакомиться. Я Блум. Это Флора и Стелла». О, мисс Грайзельда позаботилась, чтобы все знали Стеллу. Кажется, в прошлом году в одной из лабораторий было происшествие. Она еще не работает. Грайзельда всегда раздувает из мухи слона. Ну, пока ты предупреждаешь нас о том, что будет взрыв, особенно в спальне. Думаю, я смотрю школу. Увидимся позже. И мы, пожалуй, попозже поговорим с нашими новыми друзьями. А пока исследуем школу, в которой мы впервые. Так, что у нас там? Вот интересно, что это такое светящееся? До него нельзя дотронуться. Тогда спустимся вниз, потому что больше некуда. Там тупик, разворачиваемся и идем в обратную сторону. Сюда не зайти, и здесь нас живут некие Петти, Джулия, Иона и Релен. Тут у нас Норма, Офелия, Целиса и Фелис, по-моему. Тут у нас Миша, Исадора, Лума и Лиана. И я думаю, не буду читать все. Пойдем мы дальше. Так, а куда нам идти-то? Пойдем тогда обратно. Так, видимо, здесь мы... Ой-ой-ой, сейчас мы обратно вернемся. Не туда нажала. Оп. Так, бежим вперед, исследовать школу. Сюда нам все еще не войти. Вот стоят какие-то девочки. Давайте с ними поговорим. Оп. «Привет, Блум. Хочешь попробовать задание по сбору звезд? Это очень весело». Да, мы попробуем. Надо же чем-то нам заняться. Тем более это весело. Так, обучение.
Соберите как можно больше звезд, пока времени вышло. Проверьте всю комнату, чтобы не пропустить звезды. Отчет 3, 2, 1. Поехали. Так, так. Собираем, собираем, собираем. Тык-т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 ык. Кажется, первый раз у нас будет комом. Что-то мы не очень быстро бегаем. Вперед, 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 вперед. Собирай, собирай, блум. Так, бежим, 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 бежим. Еще звездочки и еще. Так. Ой, ой, их там столько много. Вперед, вперед, осталось всего лишь 30 секунд. Так. Пойдем и соберем синие звездочки. Пойдем наверх. Так. А что ж эти-то не собираются? А, мы слишком далеко пробежали. Спускаемся. Собираем еще синих звездочек. И бежим вниз. Вон там еще звездочки. Осталось всего 9 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И последняя звездочка. Конец. Сейчас посмотрим. Мы собрали обычных звезд 76, звезд феи 21 и голдовых ни одной. Вот и все. Давайте пойдем за следующим заданием. Ой-ой-ой, нам сказали, что мы не справились в прошлый раз, но можно продолжать тренировки, и все у нас получится. Но мы, пожалуй, поговорим с еще одной девочкой, нам дадут другое задание. Это у нас Несса. Ей нужно в ее комнату. Она даже еще не видела своих соседок. Но, видимо, на этом у нас все и закончилось. Давайте идем и исследуем школу дальше. Потрясем дерево. С него высыпутся звездочки. Все мы их подберем и пойдем дальше. Что же у нас дальше? Дверь. В дверь не зайти. Идем еще дальше. И попадаем мы. Она встретила девочку. А, привет, я Блум. Что-то у тебя стряслось? Привет, Блум. Я Сереса. Кто-то подшутил надо мной. Они зачаровали мои ящики. Уверена, что это Эмерил. Может, я помогу? Попытайся остановить все тумблеры, чтобы найти нужный символ. Чтобы остановить тумблер, клик левой кнопкой мыши, пока он не выбран. Правый клик для смены тумблера. Неудача, делай еще раз. Я, если честно, не очень поняла, что делать. Ну, методом научного тыка сейчас мы накосячим. Так, левая кнопка мыши. Косяк. Спасибо, что попыталась, Блум. У меня там были звезды феи для профессора Визгиза. Он в библиотеке. Теперь ты можешь рассеять магию при исследовании. Ты можешь обнаружить странные колебания воздуха. Нажми End или R, чтобы рассеять магию и найти спрятанное. Так, ну, пытаемся тыкнуть End. Не вышло. Тыкаем. R. Так, почему-то тоже не выходит. Может, надо это или это, или это, это. А, ничего не действует. Ну... Я даже не знаю. Пойдем дальше. Ой-ой-ой, что это у нас такое? Видели, видели? О, можно сюда зайти. Директриса Фарагонда, наверное, занята. Ладно, сюда зайти нам не дают. Идем дальше. К учительнице какой-то подходим. Поговорим с ней. Боже мой, у нас сегодня пара? А, меня это зовут профессор Палладиум. А где все? Кажется, у нас нету пары. Извините за беспокойство, профессор. Все нормально, Блум. Пора возвращаться к планам. Планам? Планам занятий. Так, ладно. Тут нам тоже не свезло. Идем дальше. Заходим в некую синюю дверь и смотрим, что там. Это какая-то компьютерная комната, в которой нам ничего нельзя потыкать. Видимо, не доросли еще. Ну и пойдем тогда мы отсюда. Так, здесь у нас тупик. И здесь у нас тупик. Здесь у нас... Здесь, здесь, здесь. Так, здесь мы были. Ладно.
Придется нам бежать в другую сторону. А нет, вот мы завернем вот сюда и зайдем. Так, здесь у нас стоит, видимо, тоже учитель. Приветствую в библиотеке Алфея, юной леди. Я профессор Визгис. Привет, профессор, меня зовут Блум. А, Блум, ты новая ученица с Земли. Уже давно мы на Алфее не видели земных фей. Вообще-то я уже и не думал, что на Земле остались феи. Вы слышали о Земле? О да, у нас тут даже есть кое-что еще с Земли. Используй прожектор в конце библиотеки, если захочешь, полюбоваться этими произведениями. Он работает от звезд феи, так что придется их поискать. Спасибо, профессор, я так и сделаю. Вот кое-что, вроде стимула к возвращению. Ты можешь захотеть вернуться в комнату. Думаю, у твоих друзей есть для тебя новости. Спасибо, профессор, буду держать глаза открытыми. Так, мы, по-моему... А, обучение. Это семена дракона. Каждый раз, как найдешь их, твое общее здоровье увеличивается на один лепесток. Это хорошо, мы будем медленнее умирать. Так, теперь нам надо вернуться в комнату к своим новым подругам, которые нам что-то хотят сказать. А, поворачиваем, бежим. Я немножко забыла уже, где, правда, наши подруги. Они где-то впереди были. Бежим к ним. Так, с этими девочками мы уже разговаривали. По-моему, они в конце коридора, если я не ошибаюсь. Так. Здесь нам надо, по-моему, было подняться на второй этаж. Да, точно, наша комната здесь. Заходим. И привет, девочки. Стелла Блум, ты слышала? Приезжают специалисты. Какие еще специалисты? Специалисты? Да, Блум вместе со мной удивляется. Да, парни из Академии Красного Фонтана. Школа проводит бал. Они пригласили парней из Красного Фонтана. И мы все идем, говорит Муза. Текна говорит, звучит заманчиво. Правда, это отличная возможность наблюдать поведение при дворе. Не могу дождаться, у меня идеальная одежда. О, но мне нечего одеть на бал, говорит Блум. Есть идея, поговори с Люмой. С Люмией. Она хорошо разбирается в дизайне. Кажется, она шла в свою комнату на первом этаже. Может, она поможет. Отличная мысль, она знает моду почти так же, как и я. Так, нам нужно найти некую Люмию, которая поможет нам с одежкой. По-моему, мы как раз недавно где-то видели. Мы видели дверь, на которой было написано, что там живет Люмия. По-моему, она была внизу. Пойдемте проверим. Так, в другую сторону. Не эта дверь. И не эта. О, вот здесь живет Лума. Она Лума. Заходим. Привет, Лума. Боже мой, ты прекрасна, говорит она. Не могу не согласиться. Чего? Ты Лума? Да, я уверена, ты отлично впишешься в мою новую коллекцию, если я ее закончу. Ты о чем это? Я разработал новую серию одежды, как раз для тебя, только она не закончена. Жаль, мне правда нужно что-то для бала. Ну, у меня есть почти готовое платье. Если бы я только нашла свои ножницы, то успела бы аккурат к балу. Я помогу, где ты сегодня была? Я помогала украсить бальный зал, делая кое-какие исследования ретро-парикмахеров, прередианских культов Фарана, и снимала мерки для новой шляпы профессора Визгина. Я пойду по твоим следам, уверена, что найду ножницы. Так, у нас задание найти ножницы. На самом деле, из всего этого дела я помню только профессора Визгина, который я не помню где. Так, ну, эта тетенька у нас просто злая, и навряд ли она нам поможет. А профессор у нас, наверное, на втором этаже. Или это мы на втором этаже? Как нехорошо получается.
Ну, ничего. Вот мы заворачиваем. И ходим по кругу. Нет, идем тогда ту... Ах, это тупик. Ну, тогда все-таки спустимся вниз. Вот тоже тупик. Вперед, вперед, вперед. Где-то же он был. Наверное, там, в конце зеленого коридора. Что-то я забыла, что мы можем пойти туда. Так. Какая-то была дверь открыта, и мы, пожалуй, зайдем сюда. Поговорим с этой девочкой. Хорошая хороша картинка. Это школа Красного Фонтана. Мой отец там преподает. Он не может поверить, что его Пия Валфея. Это и есть Пия, собственно, эта девочка. Ну, Лия. Мой отец тоже не может поверить, что я тут. На этом наш разговор закончился. И продолжим мы искать путь, чтобы найти все, что нам задали. Оп. О, это место я помню. Здесь мы искали звездочки. Пойдем наверх. Или не пойдем наверх. Сейчас попробуем все-таки забраться и посмотреть, что там. По-моему, я зря туда иду. Но мы все равно попробуем. Вдруг что-то путное получится спуститься, мы всегда успеем. И нет. Зря мы сюда поднялись. Нужно спускаться. Ну-ка. Оп. А вот мы и спрыгнули. Ой. Блум немножко не оценила сей порыв. Так. Там мы были. Там мы были. Память у меня... О, не очень. Но мы видим какую-то девочку. Сейчас мы к ней подойдем и поговорим. Оп. Так. Это Эмерил. Ты новый ученик Земли? Да, вот это отсталое место. Это какая-то злая девочка, которой не нравятся люди и все, кто прибыл с Земли. Она это, видимо, считает не очень хорошим местом, неким допотопным миром, где живут неандертальцы с палками. Так, а тут мы были. Ужас какой. Где ж найти-то этого? Я забыла. Визгириса. Как-то так. Так, еще какая-то девочка. Поговорим с ней. Несса, мне правда нужно в комнату? Я даже не видела своих соседок. Это тоже где-то было. Так. Попробуем туда. Нет. Мы останемся в Алфее. Это выход у нас обратно. Туда, куда нам не надо. Попробуем пойти туда и пос... О, открытая дверь. Ну, будь там. По-моему, это выход, да, из той залы, но с другой стороны. Ну, попробуем поиски дальше свои вести. О, что-то знакомое. Что-то знакомое. Нет. Так, обратно туда. И где-то здесь точно было что-то. По-моему, здесь. О, мы нашли его. Привет, Блум, ты еще не посмотрела всю коллекцию? Нет, еще нет. Продолжи в том же духе, ты одна из немногих, кто проявлял интерес к искусству. Так, сейчас мы проверим, какие у нас задания. Так, тут говорится о том, что Блум нечего одеть, и надо ей найти то, что и просил ее сделать Лума. Где это сделать, непонятно. Так, феи на тренировке... Не то.
Так, как назад-то вернуться? Видео. Отмена. Выход. Нет. Ага. Фуф. Так, стандартные клавиши поиска квестов тут не работают. Посмотрим, что у нас здесь. Библиотека. Что это интересно такое? Попробуем. 100 звезд. Мы что-то меняем на звезды. Да. И мы находим... И что это? Непонятно. Ну, ладно, отправимся тогда дальше. Но Блум чему-то радуется. Не пойму чему. Так. Вот еще какой-то учитель. Может, у него что-то мы сможем узнать. Новое. 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 Нет. Ничего не можем узнать. Что же происходит? Что же происходит? Куда податься? О, попробуем зайти туда. Вдруг теперь там что-нибудь у нас. Нет. Нет, нет, нет. И удивительно, но нет. Тут у нас тупик. А тут у нас... Ой, что-то не подойти. Во. А она опять занята и не хочет с нами разговаривать. Ладно, девочка, которая тоже с нами не хочет говорить. Как же все сложно. Ну, попробуем поговорить с теми дамами. Еще раз. Давай-ка с вот этой. Давайте еще раз попробуем собрать звезды. Вперед. Так, и еще звездочки. Теперь звездочки по кругу. Ой, кажется, опять у меня ничего не получится сделать. Так, забираемся наверх и забираем звездочки там. Спускаемся вниз. И собираем звездочки здесь. Как можно вообще уложиться здесь в минуту все это сделать? Их же слишком много. Так, ладно, поднимаемся наверх. Бежим, бежим, бежим вперед, вперед. Так, тут мы тоже звездочки собрали. И финальные звездочки. Ну, по-моему, получилось лучше, чем в прошлый раз. Да, гораздо лучше. Вот и все. Что? Мы опять не справились? Это нечестно. Давайте попробуем подняться обратно на второй этаж. Нет, это первый, это мы здесь были, я помню. Давайте поговорим с этой тетенькой. Нет, она все еще злится и не хочет ни с кем разговаривать. Запишем игру. Поднимаемся наверх. Поворачиваем. И заходим к себе в комнату. Вдруг там что-то новое.
Кика меня вдохновил, я напишу новую мелодию о кроликах. Что мы будем делать? Я больше не могу мыть волосы. Думаю, 3 раза в день хватит. Или нет? Ради рассвета. Ты не видел мои солнечные серьги? Я их потеряла. Они мои любимые. Где ты могла их потерять? Я уверена, они упали, когда меня атаковали вонючий людоед. Непонятно. Задания нам никакого не дали. Что делать, все еще непонятно. Попробуем зайти туда. И поговорить с Кико. Ну, мы на месте Кико. Это, конечно, не дом, но, думаю, пару друзей я приобрела. Может, стоит поставить в комнате больше растений? Они оживляют обстановку. В последнее время Кико плохо ест. Я думаю, ему нужны некоторые растения с земли. И затем, возможно, ему станет лучше. Все еще непонятно, что нам делать дальше. Так, попробуем зайти в другие комнаты. Не вышло. И сюда не вышло. А здесь у нас выход вниз. И опять же ничего не выходит. Сложно идти туда, не знаю куда. Зайдем опять мы к Луме и уточним. Привет, Лум, ты еще не нашла эти ножницы? Еще нет. Но сегодня я была в бальном зале, библиотеке и стимуляторной комнате профессора Визгиса. Надеюсь, ты их найдешь. Я не могу закончить. Ай. Вот же. Не могла бы проводить во все те места, где она была. Ножницы, ножницы. Ищем повсюду ножницы. Кто-нибудь видит, где они лежат? Я вот тоже не вижу. Но нам надо их найти. Я так понимаю, тут у нас будет бальный зал. Пойдемте еще раз поищем в нем. Он вот-вот он. Тут нужно найти ножницы. Ищем. Тут ножницы, тут нету. И тут нету. И тут неудивительно, но опять нету. Вот тут что-то сияет. Но на ножницы это не похоже. Ой. И тут их тоже нету. С ним мы говорили, тут тоже нет. В лаборатории тоже не было, насколько я помню. Давайте еще раз поднимемся наверх и поищем их там. Вдруг ножницы куда-то завалились. Ножницы! Ау! Вы где? Это уже от безысходности. Не знаю, куда я податься с этими ножницами. И где тут подсказки, где их найти? Ой, упала. Ой, это были... Нет, какие-то светящиеся. Или подожди. А, я слепая. Вот же они, вот же они, вот же они. Ура! Ура, ура, бежим обратно к Луме и отдаем ей ножницы. И она сошьет нам красивый наряд, в котором мы пойдем на бал. На школьный свой первый бал. Осталось найти Луму, потому что... Потому что я плохо помню, где она. Да что же это такое? Так, сохранится на всякий случай. Вдруг мы нечаянно вылетим. Так, игра записана. Теперь идем наверх. Нет, подожди. Лума была внизу. Идем вниз, находим Луму, отдаем ей ножницы. И все будет хорошо. Так, Лума. Давай, давай, давай.
Оба. Это именно то, что мне нужно. Дайте мне секунду. Давай. Спасибо, Лума. Спасибо, что нашла ножницы. Я бы смогла тебе еще кое-что сделать, если были нужные вещи. Если найдешь что-нибудь интересное, приноси мне, я что-нибудь сделаю. Спасибо, Лума. Пока, Блум. Наслаждайся балом. Нажми клавишу Escape для выхода в меню игры. Иди в меню снаряжения при помощи мыши и кликни левой кнопкой, чтобы выбрать его. Попав в меню снаряжения, используй курсор для выбора снаряжения. Клик левой кнопкой «Одеть», «Сменить». Так, Escape. Нам нужно куда-то в снаряжение. Я так понимаю, снаряжение моды это... И тоже. Обычная одежда. Мои звездные джинсы и безрукавка напоминают о доме. Бальное платье. Отличная одежка для официоза. Или просто, чтобы выглядеть хорошо. Совет. Чтобы получить эту одежду, принесите Люме шелкопрядов. Так, мы пока что будем в платье. И мы, наверное, поднимемся обратно к девочкам. И покажем им, какое у нас красивое платье. Они, конечно, друзья и завидовать не будут. У них, наверное, тоже, потому что очень красивые платья есть. Хотя непонятно, куда нам надо за этим зайти. Стелла должна понять нас. Нет, она опять говорит о волосах. И Флора, наверное, ничего хорошего не скажет. Потрясем дерево со злости. Или, может, надо в бальный зал? Ведь, по сути, мы в одежде для бального зала, для школьного бала. И нам нужно туда... Бегом. О. О, привет. Я Блум. А я Брэндон. Я учусь в Красном Фонтане. Рад встрече, Блум. Правда? О да, обучение в Красном Фонтане заключается в том, что я здесь тусуюсь с другими специалистами. Это иногда надоедает. Да, я люблю поговорить с различными людьми. Здесь, в Алфе, я провожу время с другими феями. И я уже успела завести нескольких очень хороших подруг. Так тебе нравится здесь, на Маджиксе? Здесь совсем не так, как на Земле. То здесь все так необыкновенно. Не знаю, кажется, часть меня все равно скучает за домом на Земле. Я думаю, надо выбрать, да, здесь все так необыкновенно. Да, необыкновенно. Отлично, знаешь, скоро ты узнаешь намного больше. Ну, мне пора идти. До встречи. Уже? Я не могу больше тратить время здесь. Да, у меня есть очень важная информация, чтобы обсудить ее с друзьями. Извини, Брэндон, но я надеюсь, что мы скоро снова увидимся. Извини, Брэндон, но я надеюсь, мы увидимся. Да, рад был тебя встретить. Проснись, Блум, у нас сегодня с утра пара. У меня был лучший сон. О некотором парнишке-блондинчике. Стелла, не напоминай Блума о Брэндоне. Ты права, Муза, но я бы удивилась, если бы она не мечтала о Брэндоне. Она всю ночь не спускала с него глаз. Интересно, согласно этой теории, ты должна быть мечтала о неком принце. Текна, ты пошутила. Что происходит? У нас утром пара по природной магии. Профессор Палладиум поведет нас на Черное болото. Не могу дождаться. Ну, надеюсь, это не займет много времени. Встретимся в кабинете профессора. Так. И на этот раз у нас будет все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Мы увидимся в следующей серии, которая будет завтра. Всем пока!